Вот, приехала опять. Ага. Куртка. Заходи. Ты за вещами? Можно войти, да? Атя-патя. Ты за вещами? Если за вещами, заходи. Почему так сразу? Я хотела с тобой Ну, поговорить. потому что неделю назад мы уже обо всем поговорили. Малыш, давай мириться. Нет, блядь, кого мириться? Все. Я всю неделю думала о том, как мне было с тобой хорошо, и сейчас ты мне говоришь нет, я все осознала. Что ты осознала? Тебя неделю не было. Что, мне больше никто не нужен, А кроме тебя. где ты была эту неделю? Я была дома у себя. Да что ты обманываешь? Я не вру. Врешь. Не вру. Давай вещи забирай и уезжай. Я не могу уехать. Почему? Потому что мне некуда идти. Как это некуда? Ну ты же где-то была. Больше туда не могу пойти. Я выбрала тебя. Не, давай, вещи собирай и уезжай. Я правда не могу И все, я пойти. все сказал, мне похуй. Ну прости меня, я же приехала просить прощения. Говоришь, что я больше так не буду делать. Точно не будешь так делать? Точно не буду. Ну что-то я не верю тебе. Ты должен мне поверить. Я тебе не верю. Ты должен меня простить. Должен. А почему я тебя Нас должен простить? связывает так много хороших моментов. А ты не можешь меня простить из-за какой-то ерунды? Из-за Что того, ты что гуляла с подружками 3 дня? пару дней? 3 дня ты погулял с Но подружками. мне нужно было отдохнуть от этой всей бытовухи. Ну ты сам Да. понимаешь, что раньше я какая была и какая я стала с тобой. Я не могу постоянно готовить, выбираться для тебя. Мне нужно немножко погулять. Ты несчастливая? Сейчас счастливая. Потому что неделю гуляла? Потому что я пришла домой. Сейчас счастливая. И что ты думаешь? Ты пришла сейчас такая красивая, и мы помиримся? Да. Ну, в общем, смотри, если я еще раз узнаю или услышу, что там где-то гуляешь, ходишь или что-то, или там не берешь телефон, Ой. пропадаешь там на 3 дня. Короче, это последний раз. Последний раз. Хорошо, я поняла. Я все Согласна? осознала, да, честно. Точно? Да. Можно подойти тебя поцеловать? Да? Ой, хлорки потом не хватит отмыться. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Не знаю, постанова нет, как бы хрен его знает. Говорит, это даже не то, чтобы не первый последний раз, а просто это последний раз. Типа, ну это уже не первый раз было, 100%, да? Я, говорит, недельку погулял, и я решила, что как бы, ну, я хочу быть с тобой, да, как бы, ну, так я же там на этот, набананилась, как бы, с Вазгенчиком, там, или с Ашотиком, как бы, да, ты у меня самый лучший, ты самый прекрасный, потому что я тебя люблю, я тебя уважаю и ценю как настоящего мужчину, как бы, да, а набананивание будет, в принципе, как бы, ну, немножко, ну, я же, ты же понимаешь, какая раньше была, да, вот, и какая с тобой стала, вот. Мне надо иногда отдыхать от бытовухи, да. А что такое бытовуха? Бытовуха это ты, вот, ты вокруг меня мелькаешь туда-сюда, ты мне надоел. Вот, я пойду недельку, вот и все. А Вазген, кстати, правильно делает, что больше ее не пускает. Я после недели, говорит, не могу больше туда вернуться, потому что вот ты Вазген уже нахрен не нужна, как бы, он уже такси завел, уехал. Все, уже другую таксую, там какую-нибудь Наташку, как бы все. И он красавчик, понимаешь, красавчик. Вот пускают такие вот люди, как Вазген, открывают глаза вот такими вот, как он. Только вы же видите, не открываются глаза ни хрена. Ну не открываются. Я думаю, он заслуживает такого отношения, потому что он ее прощает. Ну, свое мнение пишите в комментариях.